Больше 1500 федеральных законов было принято Госдумой в прошлом году. Многое меняется. В связи с этим возникают серьезные проблемы на местах. По данным специалистов, в 2016-м областная прокуратура опротестовала порядка 2500 нормативно-правовых актов муниципалитетов. Причина – противоречия этих актов региональным и федеральным документам. Решению острого вопроса депутаты облдумы посвятили заседание консультативного совета. Ежегодно местные власти принимают больше 10 тысяч нормативно-правовых актов. Чаще всего прокуроры находят недостатки в документах, которые регламентируют земельные вопросы, касаются собственности муниципалитетов и распределения полномочий на местах. Большая проблема вызвала в органах местного самоуправления – это вопрос разработки муниципальных регламентов по муниципальным услугам, муниципальному контролю. Безусловно, эти направления для большинства органов местного самоуправления были достаточно новыми, направления сложные. Депутаты на местах, которые в большинстве своем совмещают работу в сельсоветах и другую специальность, просто не успевают за динамикой обновления законодательства. Надо чаще проводить с ними учебу, рассказывать, как изменяется нормативная база, чтобы те документы, которые они принимают, постановления, решения, они соответствовали вот этой нормативной базе.